Всем привет, мы продолжаем проходить рафт. Женя, Володя, привет. Привет всем. Так, ну что ж, мы продолжаем плыть, искать рафку этому нашему белому. Найдем, может, грязь. Короче, сказали, на островах где-то бывает попадается эта грязь. Во-первых, надо поесть, освободить инвентарь. А, знаешь, кстати, что я думал по поводу есть? Пока вот мы втроем на корабле плывем, короче, сдохните от голода. Сдох, на кровать отнес, положил, ты как новенький, чтоб еду не тратить лишний раз. Как вам такая голодовка на корабле? Так ты сдох, ты болен? А я не знаю, вот кстати, от голода, если помрешь, ты будешь болен или ты отлетаешь? Не знаю. Кстати, а где наш стол? Так. Короче, Вовка, я тебе в ящик буду кокосики слаживать всякие. Так. Так, я хотел ножницы попробовать сделать. Нам надо шарнир, хлам, литок. Хлам. А хлам есть. Надо теперь там, где у нас литки. Кожа. Где-то у нас здесь такой есть богатый сундук. Так, а слитки есть в чистом виде? Должны где-то быть в этих кучах. В этой куче слитки должны быть. Или нету? Никого в карманах, ни у кого нету. Что именно? Слиток. Или руда железная. Вроде нету. Реально. Так, есть слитки, есть руда. Где? У тебя в карманах? У меня в кармане, да. А ну дай. Что, что тебе, сколько тебе надо? Один. Да? Так, я сделал ножницы. Так, и кого я могу не мечикать? Вот это? Блин, почему не вылазит? Сеть ловушку. У меня же есть место. А не, нету. Так, ну белого стричь нельзя. А чё? Не знаю, не хочет. Он не хочет стричься, так как и я. Женька тоже не хочет стричься. Опа, акула. Я даже бриться не хочу. Так, а как там ремонт? Так, какие у нас тут жвачки готовятся? Вот тут, да, я могу положить. Так, а мы что там, плывем? А что парус не понято? А может он нам и не нужен, мы как-то сами плывем. 30 дней мы выживаем, да? Достижения мне дали. Так, мы там плывем, наверное, кучу всего пропускаем. Чуть-чуть надо вернуть. Че, ну, главное плыть по ходу лута. Даже вот. Оно, если парус вообще убрать, то мы будем сами по себе плыть по ходу лута. Ну, по течению будем плыть, да. Угу. А может а реально? То... А ну, давай нас... тогда. Опусти. Нас вот это может быть, оно ведет как-то в бок, и мы в бок от лута и уходим. Пальмовые листки кто-то выбросил. Что, проверить, что будет, если от голода умереть? У меня еще полтора квадрата. У меня вот я скоро должен это. Ну, хоть проверяй. Блин, лежит что-то. А, это у меня ничего не влазит. Я все расширяю его, расширяю.
Нет, когда же уже все, у нас уже все. Надо бы, конечно, ресурсы бы куда-то выложить. На всякий случай. Валился. Ты думаешь, что я зря его расширяю дальше? Кого? Вот этот наш. Так, ножницы я только сделал. Так, Лука, я тебя пока насвинячу в сундуке. Потом заберу. Где у нас сундук с едой, именно чтобы скинуть туда? Вот здесь. Ага. Сейчас там пока есть мое барахло лежит. Я на всякий случай выложил, потому что я готовлюсь откинуться. Что, я могу стакать эту рыбу, там сидит. Лазят тут вовки по сундукам. Да я хочу уже то вот же скинуть. А может он не умирает от голода? А не, вот хпшка падает. У кого? У меня падает хпшка. А? Сейчас проверим. Да не, это походу долго, пока у нас финится. Будет долго сидеть, типа, и ну, медленно ходить, оно будет раздражать. Mm. А если ты еще куда-то в воду упадешь, то вообще... Нехорошо будет. А что здесь посажено? Состреляю. Побочка. Допустим, так. Болить надо будет растение. О, ты сундук уже освободил? Не, сейчас я уже почти откинулся. Так, ближе к кровати иду. Болен. Спасите, помогите. Умер от голода. Накормлен, сейчас получится, да? Да, почти половина показателей. А, и лут не выпадает. Ну все, можно такие экстремальные делать штуки. Ой, 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 мы можем на этот якорь. Так, я нас пока на якорь посадил. Вон, видишь, Вовик сбоку есть пупа. Надо ее залутать. Кого, кого? Кого залутать? А вон, видишь, слева. О! Подплывем или как? Ну, не знаю, или подплывем, может, вручную. А где нас, а где ветродуйка? О, блин, я только сейчас раздуплился, что в хранилище есть кнопка скинуть все. Ну, да? Что типа стакается. А, прикол. А это что за кнопка? Это упорядочить. А ну, кинь, подними якорь, я чуть поставил курс на плот. А ветер дует в него или не дует? Да, вроде бы нет. Не ну, дует. То лучше вручную плыть, хорошо. Наверное. Хорошо, у меня жизни не полная сейчас. Пожри там это все. Так, я что хотел? Я хотел. Я доплыву. О, гвоздики. Ага, акула на меня пока не это. Так, забрал ящик, там были шарниры. А как забрать? Здесь есть эта штука, грядка. Не знаю. Никак? Не знаю. Может, она декоративная, уже ее нельзя забрать. Может, а и гнездо здесь есть? Не, я, походу, не могу. А где плыву?
это. Все, можем плить дальше. Все, пока этот парус трогает у нас, я его пока уберу и заберу этот. Может еще чуть-чуть, да и все, уже будет и все готово в плане второго этажа. Угу. Блин, а не слабее. Бомби. Я плыву. Я в ластах. А. Так. Вот эти вот штуки диагональные, прикольно. Построил, прошелся, чуть забрал. Вот построил. Так, а что там у нас по механизмам новым? Может, сачок вот этот надо сделать, не? Вот, например, микросхема, батарейка. Давай попробую микросхему сделать. Два слитка медных. Да. Где-то есть. Где-то я видел, у нас были. Вот. Блин, опять впереди остров. Ну, не знаю, надо ли он нам. Микросхема. Остров где? А, вижу. Главное, чтобы это не третий раз был тот же самый остров. А мы микросхему изучили? Ну, нет, да. Нет, не изучили. Нет, ее надо засунуть туда. Ее сначала должны сделать. Мы ее так, можем вот сделать. Используется с приемников. Вот антенна. Это на что? Спринклер. Автоматически поливает посевы. Правда, не хватает батарейки. Ага. Радиоприемник. Соковыжималка. Можно делать вкусные коктейли из базовых ингредиентов. Так, а для батарейки надо... Так, сделал я батарейку. Тоже ее изучить. Так. Так, но батарейка пока ничего не дала. Опа, сундук. Бочка. Так, смотрим. Что у нас нового есть? Соковыжималка. Так, а у нас где-то есть вот это сок лианы или нету? Да, где-то есть. Мне кажется, по тем сундучкам мелким. Так, это... А если я на кровати помру? Вот не знаю. Я тебя случайно подобрал. Бляха, ну здоровье очень долго падает. Да, долго. Наверное, не было. Очень долго, да. Так, типа, а это случайно не... Нет, это шерсть, это глина. Я не вижу, блин. Тока, походу, лианы у нас нету. О, мы как раз возле острова. А может вот эта сеть забиться? И вообще туда ничего уже не... Ну, то есть, чтобы она пропускала именно. Наверное, так и есть. Не забивает. Она, наверное, ну, определенное количество может так, вместить. А ну-ка, это вот. Я все-таки жду спасения, но на кровати. Нести. Ой, а я лег. И встал наверху. Это как так вышло? Здесь. Я нажимаю нести. Пинговать. Я нажимаю нести, а он ложится на кровать спать. Чувак, спасен или нет? Так, на кроватях больше не умирайте. Не, ну я ж хотел проверить. Ага. А то потом нажимаешь нести, а он ложится спать. Так, что там остров? Здесь будут лианы как раз.
Тормози. Не уже, мы прям на них затормозили. Блять, ну эти головы акульи надо повыбрасывать. Хуже. Ты их просто сложи в одну. А то они разбросаны там по сундукам. Я две нашел, вместе сложил их. Ага. А где-то еще были. Уже шут не вылазит, надо. О, а в лаз так можно за акулой гоняться. Все, акула умерла. О, блин, надо выложить срочно. Все выложить. Кнопочка выложить автоматически. О, я вижу руду. А у меня крюка ну, нету. Кто может быренько крюк сделать? Подожди, хоть бы ты сейчас... А, не, раздуплилась. У меня тоже сейчас крюк. Чайка где-то рядом летит. Вовка, у тебя крюка нету? Ну, как бы есть. Подгонишь? Да что это он делает? Крюк, крюк. А, доски и пластик. Ну, самый днищенский могу сделать тебе. Все, Вовка, не надо, я сделал самый днищенский, пойдет. Блин, а я не знаю, где тут взять доски. Посмотри, там в сундучках были, и там я выкладывал. Доски в сундуках? Да, да. Блин, у меня, конечно, сундуки... Грузится долго. Так, ну один. Доска. Надо было Вовке мясо акулье скинуть. Он его нажарил. Дай сундук. Пока акулы нету, за водорослями поплаваю. О, я тоже. Ого, сколько досок, то шо ж вы не говорили, что такое тут это. Я, Володька, если шо, в левую сторону поплыл. Ой, я сундук нашел под водой. Ну, разгибай. Опа, рыба фугу! Взорвалась, блин. Что, сейчас мы летим или что? Почему? Не знаю. А, я не могу... Выйти с инвентаря? Ничего сделать с коптильником. Не положить, знаю, я не пока добрать, нырнул. Не добавить досок, ничего. А у меня... Ну я нырнул, вроде пока он добавляет. Ты тут, Вова? Да, да, да. А ну что там, поди... Пока звук по Дискорду. Не, по интернету все нормально. Так, песок. Это вроде бы какой-то новый остров. Блять, а воды нету, ё-моё. Давай я залью. Да я залил. Мне надо попить, я сейчас голодаю. И это обезвоживает, надо какой-то ананас съесть. Там куча этих арбузов. Я направо поплыл, но здесь ничего нету. Угу. А я себе еще не крафтил ни ласт, ничего, ни дыхалки. Ну, так, на акваланг акула уже появилась. Бутылку надо. Уже два раза промахнулась. Три. Блядь, никаких тут водорослей нету. Я уже хрен куда доплыл. Ой, ой, ой. Блять, сколько барахла в сундуках. Ой, нашел водоросли. Нашел? Да. Я 16 штук нашел. О, железный слиток.
что искать. Да мне, конечно, это фигня. Нет, не пей! Я все-таки соберу, чтобы не светилось хотя бы. Акула, говоришь, вернулась, да? Да. Это была возле меня, там куда-то ушла. Блин, скоро проголодаюсь. Блин, вот тут есть лут, он прямо на мелководье, я не могу нырнуть, чтобы он его копал. А есть такое, да. Вверху. Он типа кидает крюк просто. Да. А тут если оставить без присмотра, то чайки съедают. Серебряные водоросли? Чего? Я подобрал какие-то серебряные водоросли, один экземпляр, не знаю. Блять, а что у меня это вот? Кабан, что ли, или что? Кабан! Ёпты! Что у нас? На острове или в хате? Кабан, вот, на острове. Я от него в воде прячу. Это новый вид водорослей. Покажешь потом. Я хотел дерево срубить, а это херня у меня как ёбнула. Есть такое, да, они такие. На них надо с одной стрелой ходить. Понял. Антенна, приемник. Листарь. О, блин, прям хочется сказать, а боишься это проговорить вслух. Как бы что-то я давно акулы не видел. А блин, все, она меня куснула. Ну блин, ну почему так всегда? Вот только. Ох. Блять, нихера себе, он меня на это вот. Блин, меня еще акула может сожрать. Он мне на эти одел. На рога. Да, он может. Блин, у меня еще один кусь. Есть, я выбрался, ура. Только выжималка, значит, микросхема, болтик. Ага, сок лианы, медные штуки. Лианы. Сок лианы сейчас должен делаться. Так, медные слитки где-то были. О. Ты, блядь, я пока посижу здесь. Так, микросхема и два слитка. Так. А медь у нас есть, медяха? Да, я наплавился. Походу ее уже нету. Медь есть в чистом виде. Пей чайку. Опа! Блин, и она наплавает. Ой, а здесь еще какой-то олень. Наплавает. Да, есть. Оленя я не видел. Блин, надо на остров будет сходить. Лама или что там? Да, вот он. Надо еще один большой сундук. Гарниры, хламы. Кстати, а здесь какая-то музыка. Да? Да, там же ж магазин вот этот, тот, что туда прессовал, это стоит. Нет, тут не магазин.
Тут дискотека. Так, хлам. Где есть хлам? А, тут какая-то будка есть. Да что, это и есть магазин. Хлам. Это ты на самый верх поднялся? Так, обычно наживка для рыбы, пластик, доска, хлам, чили, куркума, рецепт ската, цикольный шот, салат из лосося, запрессованный мусор и монету, клаксон, шкаф. О, кстати, есть компас. Прессованный мусор и монета. Блять, как его? Но я могу что-то продать. Но у меня нету ни хрена. Наверное, это надо прессованный мусор дать, получить эту наживку. Нет, смотри, я могу продать люминесцентная креветка, сеткожуй, острый карп, пеноплюй, скалозуб. Но чтобы это получить, это, наверное, надо сначала купить у него наживку специальную, чтобы можно было ее ловить. Так, надо доска. Леха, когда уже утро будет? Так, все руды забираю наверх. Песок. Медная руда. Надо будет пересортировать все этот барахло, но с каждым ящике, блядь, да, нам надо будет. Я думаю. Я уже забирал тут кучу дерева вашего, даже оно пошло в ход. Даже уже его нет. Так, нужен слиток, микросхема, шарниры. Вообще я хотел сделать, что я хотел? Я же, блядь, забыл. Я хотел сделать микросхему. Подожди, не, микросхема у меня есть. Я хотел сделать себе соковыжималку. Мне надо вольтик. Вольтик и еще надо... Бля. Что-то я туплю, блядь, по поводу воздуха. Забываешь дышать? Да. Ну типа акваланг же есть. Похер. Угу. Эй, ёпт, застрял. Вроде бы было много дерева, а уже все. Что, пойдем на остров прошмыгнемся? Давай, ну. Почему тут не кнопка? А, просто надо достроить. Блин, я вот вы инвентаря навести в порядок, это, конечно, не просто. Ой, напираюсь, я наложу. Сейчас я уже сделаю себе соковыжималку и пойдем. Угу. А зачем тебе соковыжималку? Буду пить, наверное, сок. Наверное, с манго можно наделать и выгоднее, типа... Или с арбуза там что-то Так, соковыжималка. Нихуя, это станок. Так, Володька, куда тебе поставить соковыжималку?
Рядом с котлами твоими. Ну, да. Мы же на втором этаже где-то сделаем кухню или что. Уже надо добраться за второй этаж, наверное, обустраивать его. Вот там все навалено. А ну-ка, сука, выжималка, допустим, берем ананас. Положить ананас, поднять ананас. А, там надо рецепты, походу, какие-то. Там не все так просто. Так, Женя, короче, пьем воду, закусываем и идем на остров. Можно не закусывать. Карасем закусили. Стрелы взял. Зачем? Кабана убивать. Нормальные пацаны идут быстрее. Копье, чтоб было, смотри. Кстати, пластик. Копье у меня там на 2 кило есть. Ну, на 2 удара. И сдохнет. Слушай, я тут нашел такую-то вот полянку. Водоросли. Пластик, доски. Пластики, доски. Конечно, у нас пластика хуй, да? Да, нет. Все, пошли, блядь. И стрел. Блин. Ты куда положишь? Инвентарь забитый-то. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Камни эти вечные. Песок. Слушай, а меня кто-то... Так, Жень, я вижу кабана. На голову кидает. Где там, Женек? Идешь? Это сейчас, надо еще копье глянуть, как оно делается. Там возьми, деревянное есть. Вот то ящику место только занимает. Да, где-то видел, дальний какой-то, да? Там, где много ящиков в одном месте. Угу. Еще есть. Так, где-то кабан. Кабан уже смотрит на тебя. Кабан у меня. Все, вижу его. Бегу к вам. Так, ну что, деревянные копье. На, по жопе. Есть. А ну подожди, ножницы, 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 ножницы. Нельзя кабана побрить. Кого ж можно оббрить, а? Инвентарь вроде могу рубить. Бля. Полетает. Опять забыл подышать. А не, лука плавает. А лопату взяли? Нет. Взяли. Может, где-то грязь будет. Слышу кабана где-то. Кабана? О, вот он хотел меня ударить. Хорошо, что я спрятался. Так вот он возле меня, вы где? Мы уже второго бьем. А, это был Мэри тут. А, то не кабан, тут будет Мэри. Сука, он меня сейчас отправит в Вальгаллу. Еще один дештринки, он меня завалит. Да иди где-то вперед. Убивай его нахуй! Я его не вижу, где он есть. Он меня ударил, может я. А не, он все равно на тебя на. Все есть, есть? Есть, есть. Обреваю его. Мы уже второго забили. Сука, смыкается. Так, а это далеко у нас лодка? Пожрать что-то надо. А ты не собрал где-то? Нету кокосов там, походу. Деревья. Я же в воде, какие кокосы? Селедку ешь сырую. Грязюки не видишь, Жека? Да. А, это Вовка. Блять, я вас не различаю. Так, Вовка в красном, да? Да. А Женя в желтом или в каком? Что-то такое там. Походу грязюка. Вижу дырку. В этой дырке, как правило, она. Да. Все, ура. Иди, сгребай. А вот где туда, наша лодка? Далеко?
Не, рядом, там, где мы встретились. Я просто не знаю, где ты. Я по берегу иду. Но причем я сейчас буду плохо идти. Так, две грязи точно есть. А, вижу, вот. О, здесь грибы, пещерные грибы. Грибы бери, да. Может, их надо тоже излечить. Их вроде бы нельзя, я вроде пробовал. Ну что, сейчас Володька нам на это наготовит там грибов. О, болт выкопал, прикинь. Прикольно. Нормально грязи накопал. Может, наконец-то белому сделаем грядку. Да, может, уже можно теперь белого подоить. Эй, блядь. Нормально там грязи так накопал, Рэнни. Хорошо. Так. Давай к лодке, наверное, вернемся. Блин, арбуз. Ладно, беру. Инвентарь прям капец. А что у меня можно выкинуть? Семя ананасового, ананасовое семечко, грибы. О, листок выкину, а арбузика лучше заберу. Если надо, лучше съешь что-то, если у тебя там. Угу. У меня уже все прям... Я понял. Все-все-все под звездочку. Так. Сейчас я подойду. Давай. Так, а козла, козла убить можно или еще одного? Да попробуем убить козла. Не знаю, ну можно что-то убить. Тут ящик, я не знаю, я все унесу. У меня, блин, красные ягоды я точно не унесу. Сука, попасть надо. Я его, блядь, копьем, наверное, убью. Хуй там, блядь, догонишь. А он убегает от меня, слышишь? Угу. И арбуз надо сожрать. И открыть ящик. Блядь, я на него все стрелы потрачу. Болт мне не влез. Один пластик поменяю на болт. Сука. Наверное, болт дороже. Два стекла выпало. Наверное, его нельзя убить, слышь? Кого нельзя? Козла. Может быть. Ну, почему все залутано? Надо возвращаться. Кстати, я болен. Вы там далеко? А где ты? На лодке. Хорошо. Я не успел воды попить, здесь не было ее. Ты уже лег, да, там? Ну, я возле приснилки лежу. Ага, все. Я как раз иду. Блять, у меня лук сломался. Угу. Короче, козла нельзя убить. Хотя бы стрелы отдай. Так, найти бы еще ту лодку. Я пока бегу по берегу. А, нашел. Медная руда нужна была? Да. Все надо. Медную руду можете ложить вот там наверху возле плавилок. Там я сундук сделал. Там будем слаживать все, что плавится и что после того, как поплавилось. Блять, просто нету воды. Так. Так, ящички, урна, блин, а где такие вот ящички, которые на стену ставятся? Нет у нас таких? Так. Наш круизный лайнер. Так. Так, что есть.
это болтики положил сюда. Это мой болтик, оставь. Да? Это мне две удочки, блядь. Я тут просто ни хера не влазил. Противный и не очень вместительный хранишка. Так, лука, грибы тебе положу. Хорошо, короче, давай закрывай, чтобы... Я немножко этот почистить. Так. О, семечки как раз есть. Так, грядка, так. Грядка, белый, сейчас все будет. Где она? Лужайка, во. Пластик нужен, сука, так. Три пластика. Пацаны, скиньте. Она вообще, пальмовый лист нужен? Вот вообще, просто... Пальмовый лист? Не. Можно сразу его на веревке пускать и просто саживать. Хлопцы, пластика дайте. Нет, вообще... Говорю, что тебе нету. Как раз один пластик где-то там выкинул. Так, акула ко мне пристала. Так, хорошо, один пластик я нашел, еще один надо. Кто зрячий, сплавайте в море, посмотрите, где там. Вон, вижу пластик. Да я, наверное, уже потом улю. А вы уже оседаете? Да. Так, что там? Еще один пластик надо. Кто видит? А никто пока не видит. Сюда на пластик лоскутик. Пластик, блин, даже, ну вот, даже вокруг воде, ну далеко до него плыть. Разве что ты на ласты поплывешь. Больно тут болтать. Так, не вижу, а я не вижу. Порядок наведу. Во-первых, позабираю все. У меня просто жизни мало. Поешь. Оно ж так не работает, вроде бы. Ну, все равно оно ж будет пополнять тебе жизнь. Отвлеки акулу тогда, а я сплаваю. Сейчас. Так. Сейчас копье возьму хоть для приличия. Угу. Она вон поплыла. А ты готов? Да. Вижу ее. Она у тебя? Она меня, да. Плеснула, ты плывешь? Плыву. Она так. Разворачивается. Ну, давай на меня. Я уже плыву к плоту. Все, вылез. Спасибо. Так, я хотел... Лужайка. Ну-ка, ее ж не нужно изучать. Нет, не нужно. Белый, смотри, белый, я тебе лужайку сейчас сделаю. Это у нас этот вот тут прорастает все. Так, ну что? И бы ему так бы сделать. Белый, иди кушай. Так, а или сюда нужно садить что-то? Или не нужно? Или как оно? Может поливать нужно? О, полить лужайку. Белый, иди сюда, сейчас трава вырастет. Так, а мне лук надо новый. Веревка и болтики. Болтик надо. Болтики я знаю, где взять. Теперь хоть знаю, где брать болтики, где они 100% будут, или хотя бы материалы для них. Так. Знаешь, получается, можно заходить в сундук и
и в открытом сундуке что-то крафтишь сбоку. Да. Ну то, что в сундуке используют. Да. Доска нужна. Блядь. Это что, опять темно? Может быть, это вот? Есть у кого-то одна доска? Сейчас. А, нет, есть 20. На. Вообще ни одной. Вот выпало. Я вот сюда чисто нитку уложу. Угу. Что делать? Все, больше ничего. Складирую ее. Я не знаю, вот глина, она тоже используется в чистом виде, или все в кирпич надо переделывать. Так, давайте, может, сейчас. Ничего рыбу нового. Рыбу ловят, да? Да! Кто тут белый? Трава выросла. У тебя запись идет или вы? Включи, тикшон. А ну проверить ведро. Белого кто сдаил? Я не. А ну белый. Дай молочка. Не? Нема? По-моему, он не залазил туда. А шо? А шо, это не то? Не для белого ця хуйня? Ця трава? Я не знаю. А ну белый. О, жрет. Сожрал, сука, зараза, блядь. Белый. Молока дай теперь, шо? О! Оп, ведро молока. Бля, ну ему надо поливайку поставить. Я как-то включил отображение FPS в игре, я не знаю какой кнопкой я это сделал. Вовка, ты не разобрался с этой махиной, выжималкой? Да нет. А где она стоит? Вот рядом с котлами. Ой, блядь, что-то ком греется, блядь. Как бы сейчас он не потух, нахуй. Что-то я не понял. Постуди. Подуй на него. Дорогой, блядь! Подожди, может здесь надо опять какие-то дрова? Да там, наверное, надо рецепты на коктейли какие-то. Валяются это... рецепты, да. Непонятно. Вот, допустим, есть рецептик. Вот, допустим, надо манго, ананас и два кокоса. Манго, ананас и два кокоса. Ой, его можно вот сюда прилепить. Да легко. Вот. Хочешь, я тебе насыплю? А ну давай. Вон, видишь, я прилепил этот рецепт, типа. Ну, вижу. А, я понял. Манго. Блядь, где ананас? Ананас есть, несу. Несу. Да, есть. Поставил ананас. Я там в ящик с едой понакидывал и семян, и фруктов. Кокосы надо. Подожди, сюда надо какой-то... Да есть у меня кокосы, есть. Акула сейчас, сука, сетку сломает. Ну и фиг с ней. Если сломает. Новую поставим. Там доска. Так, нет, это надо спереди. А дрова есть у кого-то? А. Я накопал, но сейчас я чуть далековато. Дрова нема. Мне кажется, тут надо тоже дрова. Подожди, а там где-то есть украфтится стакан, наверное. Стакан, думаешь, надо еще? Ну да, емкость. Может надо быть. Стекло. А что делается стекло? А у нас его нет. Песка. Где-то было, кстати, одно песка стекло. Песка там дофига должно быть. А, стекло готовое есть. Есть, да, готовое. Давай. Где-то. Сверху. Сверху? Угу. Так, шипучка, есть. Не надо там лазать, хорошо? Шипунечка.
Маленькая моя шипунечка. Ой, что-то я дохрена им делал. Там, оказывается, за один раз их, кажется, 4. Так, а что вы остров исследовали? Есть что-то на острове интересное? Да не особо. Не особо исследовал вот эту глину? Грязь? Да, ну грязь. Да, вроде бы. Добавил туда. А, и смотри, я там в какой-то ящик выкинул, по-моему, вот тот боковой, выкинул вот тут странную водоросль. Мне кажется, ее тоже можно исследовать. А, ну, слушай, как положить вот манго? Как ты их разложил на тряпочке? Берешь в руки его, берешь, и там будет Е. Серебряная водорость, довольно горькие. Ну, наверное, как с этим, как с опреснителем. Пожрать ее можно. Взять бутылку в руку и Е набрать. Изучить ее нельзя, ее можно сожрать. Не знаю, для чего она нужна, пусть лежит. А ее нельзя расплавить, как мы с теми делаем? Горит съесть. Ага. Не, расплавить нельзя. Хорошо. Ну, не знаю, может, если ее съесть, галюны какие-то начнутся. Что, сожрать? Ну, попробуй. Ничего не дало. Может, дышать под водой смогу? Нет. Ух ты, меня вечно пугаешь. Чем пугаю? Блин, опять. Ты жрёшь, я думал, что я кокосы съел. Опять, ну, вот, боюсь сказать, вот просто. Акула у меня. Ну, хорошо, жжёт. Она убегает от меня почему-то. Ну давай. Ой. Пошел. Так, бляха, где семечки у нас? Блин, акула мертва. Надо искать. Пил 10 акул. Акула мертва, а я даже не пожравший, не попивший. Так, молока. О, теперь пожравший, попивший, еще кокос. Лёп. Так, и на исследование дна. Я уже. Вовка, акулы нету, можно понырять. Я нырял, кстати, бы за акулы бы ничего. Так, подождите, а если... Хорошо. Одно морское, вот самые глубины, можно исследовать? Что-то или... я сомневаюсь, что туда или... можно доплыть. Или это не Сабнавтика? Это не Сабнавтика. Так, три. Ай... И, наверное, уже скоро долутаем и можем отсюда плыть. Так вы по острову шарились? Есть что-то интересное? Да, вроде бы уже все, тут ничего нету. Я уже чисто под водой его лутаю. Скажи, пожалуйста, и все. Семена у кого есть? Те семена, что были, я их скинул в ящик для готовки. Я тоже. Сверху есть ящик, там куча веревок. Я все водоросли, ну, все листья на веревку переделал. Мне веревка туда нужна, мне надо. Да. Посадить. Я так понял, все водоросли вы уже собрали, да? Да, там много воды. Так, полить. Зайку. Ладно набить этих вот дров. Кого? Дров. Дров? Может быть, кто-то... Это надо отплыть, и тогда все будет. О, кто-то водоросль пропустил. А вот есть малек, маленькая рыбка. Ее нельзя ловить с очком? Вручную? Да, или она чисто для декора плавает? Не знаю я. Я все это время себе плаваю спокойно, никто меня не трогает. Хорошо. Надо фугу, никто не встречал фугу. Меня какая-то рыба ёбнула, блядь, я чуть не сдох. Вот это значит она была. Скорее всего, это фуга.
Бля, дайте дроп чуть-чуть. Ёпанский бог. Надо же этот агрегат попробовать. Я хочу сейчас попробовать сделать этот радиоприемник. Алло. Казал гуляет. Скоро буду. У нас полностью свободы. Шеня. Чуть-чуть позднее. Ну, буду. Не знаю, как получится. О, ничего себе, здесь вода рослей. Там, если ты направо пошел, я... Добре, давай, Артем. Если направо, там, где магазин на этом вот. Не, я налево поплыл. Там водоросли торчат еще из воды. Может, это вершок водорослей тут торчит, он такой серебристый? Ну да, да, вершок. Уже это серебристая водоросли. Только ни одного дерева. А это то, что на борту растет. Это уже все попыляли. Я только его посадил. Так сделай, попробую сделать еще один горшок для кокосов, ананасов. Сейчас. Есть нам там ресурсы? Нам куда-то нужно было? А, мы же под эту, под кормушку делали. Козлу, да. О, железная руда. Я теперь не вижу, где наш корабль. Ё-моё, всё, у меня закончился этот крюк, а новый там же заскай пластик. Только... О, кого-то вижу. Кто-то тут я топором. Вон за тобой есть дерево. Залутай его. Я не знаю, где корабль. Да оно не... А, это рубится, точно. Рубится. Дальше еще есть дерево, тоже рубится. Арбуз. Забрать, забрать. Где руби еще то? А, и вот еще дерево. Сбоку. Что еще есть? Тебе влазит кокосики? Нихера, я 23 этих. 23 водоросли насобирал. О, железная руда, походу. А, и вот дерево с манго. Еще даже не этот. Отлично. Так. Блять, теперь правда темно, я уже не вижу. Там. Справа, значит, и справа где-то наши рыбки. Блин, я уже не могу ничего делать. Нету у меня крюка. Так, а где корабль наш? Вроде бы. Это, наверное, справа, но это не точно. Поплыву пока направо, там будет видно. А, и там есть еще деревья на вырубку. Справа. Я вырублю, если ты не вырубишь. Я пока иду на базу. Что? Я тогда порублю. У меня, правда, этот топор сбегает, но не пофиг, все равно надо его потратить. Наверное, на все деревья мне не хватит топора. Угу, я его даже не вырубил до конца. Так. Блин, фуг найти. Я сейчас полосну чашку, запарю себе сиди. Блять, фуга взорвалась, прикинь. Блять, провтыкал, прикинь фугу. Я только сказал, и появилась фуга. Бляха, где корабль? Я уже этот остров отбегаю.
Блять, я чуть не откинулся. Нет, тут. Там сейчас бляха на корабле, чайка и все, что хочется. А может, пока нас на корабле нету, акула его не грызет? Ну, разве что она кого-то из нас грызет в этот момент, тогда точно корабль не трогает. Так, я таки еще не нашел корабль, но буду себе идти. Так, все, я пришел. Корабль есть? Да. Направо он был таки, да? Меня только что была фуга тоже взорвала. Блин, нам надо ее как-то собирать. Ой, вижу чайки, наверное, они над кораблем где-то. Да, чайки всегда над кораблем. Так, хорошо, а как же запустить эту хрень? Доски тут тоже не помогают. Может, туда нужен стакан вот этот стеклянный? Или ты уже сделал? Я сделал стакан. Поставил туда на станок? Ого. Сейчас. Это какой-то самогонный аппарат? Да. Что ж у меня тут есть? Кокос. Хорошо. Видно, нихуище. Да не говори. Мне нужен фонарик. Сейчас гляну. Перегляну из чего. Вот куда здесь поставить этот стакан? Я могу скрафтить фонари. Один, а этот какой? Не, я имею в виду налобный. Блин, какая у них разница? Этот со стеклом. А ну посмотрим. Это может настенный фонарь? Гляну, возьму, тут есть стекло. Слушай, а как эта херня называется вообще? Какая? Ну вот это то, что ты скрафтил. Только выжималка. А, блин, блядь. Нету стекла. Кольно. Рук. Так, доски кому-то были нужны. А, ну вы что, что это я, блядь, вижу? А, это водоросли. Да, блядь, нихуя не видно. Кто придумал эти ночи? Шесть пластика. Где? Есть тут? Нету. Я за пластиком плавал в открытый океан. Подожди, а так, или можем мангулам выкладывать, они есть его. А что у меня, акваланги, ласты закончились? Наверное, у меня тоже ласты уже закончились. Бля, такая это хуйня, блядь, да? Пользуешься, ломается, блядь. Делай заново. Ты ебёшься их делать. Нормально. Я думал, они подольше там побудут. Тут это выложить. Плаваю, блядь, где-то нахуй. В лучах, сука. Как луны. Почему тут? Это забрать. Раз. Блять, какие-то. А, уже и крюку скоро клопа. Я уже без крюка хожу. Может, валим отсюда? А сейчас доплыву до лодки. Будем валить. Фугу не повезло поймать. Нам нужна курица, нам нужны яйца, и нам откроются новые рецепты. Блять, и надо где-то шерсть эту взять. Мой инвентарь. Ты на лодке? Открываю. Посмотри, что да, там нужно для вижу. Радиоприемника. Скрафти ингредиенты, я приплыву, хочу сделать радио. Так, я вроде плыву к лодке уже. Я дал кругаля вокруг вокруг острова. Приемник, да, требует пластик, микросхема, шарнир. Вот микросхему попробуй сделать. Блять, пока остров оплыл по кругу. Схема. Соклианы, медный слиток, пластик. У нас все с пластику упирается. Да, ну пластик найдем, когда отплывем. Да. А кто говорил, что оленя видел? Или козла имели в виду?
Короче, остров залутали весь, там ничего нету интересного. Да, наверное, да. Тут разве что где-то по дну лазить и все. По дну я, блядь, зачистил все. Вот сюда никуда стакан не ставится? Нет. Нет? А я уже везде его, бляха, втуливал. Может, ему надо аккумулятор? А, точно, смотри, вот же тут нарисована батарейка. Да? Бля, где-то хуйня что-то грызет. Пидорасина. Так, то что, можно поднимать якоря? Да, якори. Поднимаем. И оно само отплывет, потому что ветер нас ведет от острова, можно даже не кто-то париться. Хочет козлиного молока? Не-не. А я выпью. Батарейка. Хлам, 6 пластика, медный слиток. Опять пластик, бляха. Все, сейчас будем плыть, будем собирать. Хорошо. Ух, мясо. Так, медный слиток. 32 водоросли я собрал. Я уже переплавил. Так, пластик. А, хлам есть. Дерево. Так, а что мне нужно для крюка? Доска, веревка, болт. О, воду кто-то полил, да? Серому. Это площадку его. Доска, веревка, болт. Блин, тут был готовый болт. Ладно. Пластик. Нужен пластик. Смотри, это надо ловить. Явно 43 эти водоросли. Я вижу бочку. Она тоже не выкладывается. Бля, у меня этот крюк тоже уже скоро отыграет. Он уже слетит к тебе навстречу, бочку ее так. Я ловить сломался. Можно. Эй. Так, Вовка, есть два пластика. Как подожди ты? Как хотите. Вообще ни хрена. Так. Кинула ложка. Какая ложка? Так, манго. Сюда. Я буду сейчас. Да. Мивин уже. Ага. Сюда. Все. Так, я возле соковыжималки положил всякую хрень. Это с карасем ходит. Так, ну тут в принципе падает тоже что-то в сети. Так, пластик. Пластик, Волка, два. Нет, штуки есть. Два, а не один. Мало? Этого мало. Короче, я пошел пластик выламывать. Так, микросхема, два слитка, пластик. Так, у меня тоже два пластика пока. Как же легче, когда плывем, сразу пополнение базовых ресурсов. Все, есть. Походу я собрал. Нет, не собрал еще. Так, мне тоже надо пластик. Мне надо пластик, переплавленная хрень. Медный слиток. А что, медных слитков нету? Сейчас, подожди, я выложу. Я вроде бы штамповал их. Есть, я сейчас выложу, говорю тебе. А? Где там, наверху выложишь?
Сейчас, подожди. Вова, да, я уже делай, что-то закончу. Потому что вы это вот... Так, где ж ты? Вот ты где. Так. Ай, ё-моё. Ай. Вот оно. Есть. Так. Теперь батарейка делаем. Блять. А, так, держи его. Медь. Иду. Оп. 12 штук. Ну, что с тебя? Так, микросхема. Раз. Так. Где она? Приемник. Торнир. Так, две глины. Торнир, а это глина что? Глина наверху? Наверное, да. Микросхема, надо еще одна. Пластик. Блять, если сейчас здесь еще и дрова нужны будут, точно, положить дрова. Значит так. Так, микросхема изготовлена. Да хрена. Приемник. Так, остался шарнир. Шарниры вроде бы наверху должны быть. Так, приемник изготовить. Ну это что это? Где это было? Что это за тени были? Какие-то птеродактили. А вон чайки вверху. Там вон слева какие-то скалы или что-то виднеются, не пойму. Видите? Ой, слева есть этот. Я не знаю, ли мы туда вот уже попадем, он сильно слева. А, ну ты уже направил. Ну, пробуй, но мне кажется, что. Доплыву, может, поздно. Так. Рать хочу. А где у нас рецепт борща был? В сундуках где-то валяются. Ой, вы меня это вот... Ага. Ставь якоря. Раз. Так, надо взять какой-то карася пожрать. Так, ну что, я поплыву. Опа! Правда, без ластов, блядь, плыть буду. Наверное, сейчас на меня агриться будет. Так, о. Пока так, я ее не вижу. Ты плывешь спокойно. Так, вроде бы наверху есть ящик. Я просто собираю лут. А для чего вот это сделано, что ты запрыгиваешь на плот, и он начинает тонуть? Это, блин, от нее можно уворачиваться. О! Это надо понять, о, как. Лут тонет. Подожди, а что, какая у меня вода тут? Что-то я не могу. Камень, железная руда, сырая картофель, белая семечка, железная руда, все. Так. Кто-то белый не хочет есть траву. Ого, телок. Да. Ну все. Что там? Котелок?
А что варим? Лок, и там кухня уже. Кухня уже, нихера себе, да? Да. О, коконат что-то там. Короче, требуется глиняная миска. Опускай, наверное, это. Будем по течению плыть. Да. Ого, тут уже компьютер стоит. Просто можем играть в что-то. Ой, что я нажал? Уменьшить число, увеличить число. Требуется батарейка. Сменить число. Так, надо аккумулятор, Жень. Угу. А что для него надо? Так, рецепт простой рыбной жаркое, рыбное жаркое. Вовка, рецепт надо? Да, кидай на котелок туда. Так. Короче, я не могу понять. Положить до... Получается у нас. Вовка там, блядь, каши варит, сука. Ну так сейчас-то вот. Кто хочешь играть, пожалуйста. За дровами, в лес за дровами, да? Кто хочет жрать, в лес за дровами. А шо воды никогда нету, блядь, в опреснителе? Я только что вылил её. Бочки, бочки, бочки. Пластик. Так, аккумулятор, антенна. Аккумулятор надо 6 пластика. Так. Кто там хотел жрать? А что, есть что-то новенькое в меню? Пока не... Блядь, из котла ничего еще нету? Сейчас положу его. Или сока там какого-то прохладного. Вот в этом есть, в нашей коробке. Уже есть? Да. Блядь, бери пластик. Причем оно настолько расширяет это все, что там торба. Так, медный слиток, Вова, верни, пожалуйста, хотя бы один. Надо. Сейчас, если они у меня. Да, они у меня 9 штук. Пласт. Бегу к кошеварке. Ну там, я вообще-то пластик пытаюсь ловить. Положил тебе в ящик с готовкой. Хорошо. Это у нас овощной суп. Блять, хочу попробовать. Да ты охренеешь, какой он питательный. Он восстанавливает. Да, спаду, если бы он еще задерживал начало вот этого голодания. Супец. Луна, супец. Так. Но все равно надо и рыбки закусить, да? Так, есть этот вот. Все, дальше он не расширяется. Так, еще водицы набрать. Хм. Так. Что там? Так, ты положил сюда мень, да? Да, твой сундук кашеварский. Хорошо. Блять, еще 2 пластика. Один. Ой. Так, что я хотел? Мне надо аккумулятор.
Жень, там твой суп. Суп из семи. Грибов. Требуется батарейка, так на. Так, добавлена заметка. Антенна 1, антенна 2, антенна 3, нет подключения. Ой. Ты выиграл антенну, батарею тянет или не тянет, интересно? Пока выключим. Так, нужна антенна. Ой, Женька тут, блин, это окна строит. Это я вот просто смотрю, какое оно тут есть, и что это такое. Так, что у нас здесь? Что нам надо? Нам надо антенна. Где она? Где эта утварь? Микросхема нужна. Так, наконец-то я сделал. Ну. Антенна изготовить. Бляха, а что, ресурсы пропадают, которые типа лежали? На полу, типа, если лежат? Да. Вроде бы да. Твою мать. Так, а антенна. Слишком близко к приемнику. Да ты охуел. Антенна 1 подключено. Блять, надо три антенны. О, бочка. А как она здесь оказалась, смотри? Аж на втором этаже. А я у меня какие-то багулины. Блять. Только я ее забрать не могу. А я не могу от нее отцепиться. От бочки? Ну, от крюка, который тянет бочку, но я ее не беру. Почему-то постоянно. Ну, а нажми что-то выбрать другое. Нажми Q. Или правую, или Q. Короче, я запустил эту хрень. Правая помога. О, сюда выжималку. О, курычит. Сейчас будет первый коктейль. А у Вовки тут 7 сезонов мастер-шефа. Да. Надо свеклу где-то посадить в грядку. А вот свеклу? Да. Дали. Посадил, полил. А? Посадил три свеклы и полил. А, у меня просто есть еще одна. Уже аккумулятор желтым светит. Я вижу. Требуется стакан. А у кого есть стакан? У меня. У меня. А у меня нету. Когда вы успели его сделать себе? Емкость вот эта, а, из стекла? Я, не, у меня кружка. Кружка и это, за пивом. Пальмовые листы тут валяются, да? А, там 4 сразу делается, товарищи. Товарищи. Все-таки кое для чего пальмовые листы нужны? А может она одноразовая, ёб твою мать, выпал запад. Человек за бортом. Так, а ну-ка. Ну, еще топорик нужен. Блять. А шо, уже забрали сок? Так там же один стакан и все. Бля. Сейчас. Бля. Женька, стаканчик надо? Я лоханулся, что я положил ресурсы. Думал, ненадолго. Ага, я не пропал. О, смотри, я сок выпил, у меня расширилась вода. Шкала воды, то, что я вам говорил. Ага. А стакан одноразовый или как? Да. Да? Я и...
Это не серьезно. Так, Женек, делай третью антенну. Я вообще не разбираюсь, что вы там делаете. Так, три. Куда там это все идет? Я вижу только то, что мы берем на таран остров. Пластик нужен. Блять, это сейчас пластик закончится. Это нам это чувство. Буду вариантов нет. А бочка на острове так, лежит. Ничего мне не нравится. Да ты мне тач. Ману, да? Да что, мне доска не влазит? Два кокоса. Кокосы, 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 кокосы. Так, мне нужна эта слизь. Водорослей. Так, микросхема, раз. Сколько мне их надо? Все равно мне их две штуки понадобится. Не хватает пластика, ёб твою мать. Болтик. Ну и нахуй ты его выкинул. Антенна изготовить. Так, есть две антенны. Блять, у меня акума почти сдохла. Сука, ёбаный рот. Так, надо еще одна антенна. Надо микросхема. Дэнь, надо один пластик. Дать? Есть? Да. Давай, можешь в сундук его положить. На, вот я сбросил. Схема, блять, это чевряшки эти наплавить. Так. Блин, хотел печь. Вот. Давай поиграем. Час 30, ёб твою мать. Можно уже делить, наверное, или еще нельзя. А ты домой не собираешься? Нет. Сейчас третью антенну сделаю, будем поделим. А ты кино смотреть не собираешься там где-то? А картошка есть? Через полчаса. Ты где посадил пеклу? Там, где лестница. Ага. Черт, тебе у меня все забито. Да. Хорошо, у вас три печки. Ребята, херните там это вот супа. Сейчас хернем супа. Чтобы расширить этот... Зрачки. Ну, как вариант. Так, есть третья антенна. Блять, мне кажется, надо новый аккумулятор. На всякий случай надо новая батарея. 5 пластика найдется? Вообще пластика нету. Один вижу. Пластик.
Так, кто хочет смузи? Смузи я хочу. Все, иди. А чё козёл не может пройти поесть? У нас что-то с козлом не работает. Наверное, ему нужно делать какой-то отдельный загон. Так, откуда смузи брать? С ящика? О! Да. Значит, волки пустые стаканы. Так, сначала давай водицы, а потом смузи. Так, зачем? Смузи берешь, и у тебя расширят. Правда, она сейчас вот и сузилась. Коктейльчик. А он почти сразу всю заполнил, еще плюс расширил. Так, 5 пластика надо. Пальмовый лист. 2 пластика осталось. Тебе надо или осталось? 2 надо. Нет, не одно. У меня есть. Давай. А вот тут сверху иди, где обычно. Да. Что за Аполлон стоит? Коробками бросается. Слушай, а шкала вернулась на место, расширится. А ты соленой воды случайно не попил? Не, ну она на время. Говорю. Она на время, она не навсегда. Ну правильно, но она так вот, я сейчас выпил воды, она опять стала большая. То есть можно заливаться. Так. Так, ну что, ребятки, тогда на этом будем на сегодня заканчивать. В следующей серии мы уже проверим, что это за радиостанция. 3 антенны мы установили, попробуем поймать какой-то сигнал. Все тогда, ребятки, всем спасибо за просмотр. Ссылочка на плейлист будет находиться в описании под видео. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь. Всем пока. Женя, Володя, пока.